Притча «Древо желаний в раю». Дело происходило в Индии. Один человек шел долго по пустыне и неожиданно попал в рай. В Индии концепция рай – дерево исполнения желаний. Как только сел под таким деревом, любое желание непременно будет исполнено. Нет никакой задержки, никакого промежутка между желанием и его воплощением. Этот человек был очень уставшим, и он лег спать под таким волшебным деревом. Когда он проснулся, то почувствовал сильный холод и подумал: «Хорошо бы чего-нибудь съесть». И немедленно, откуда ни возьмись, появляется пища. Прямо приплыла по воздуху очень вкусная пища. Он был так голоден, что не стал думать, откуда она и появилась, а просто съел это вкусное блюдо и все. Когда человек утолил свой голод, у него появилось другое желание. Если бы только чего-нибудь выпить, немедленно откуда ни возьмись, появилось и прекрасное вино. Лежа у древа и спокойно попивая вино, человек начал удивляться. Что это творится? Что происходит? А может, я сплю? Или здесь есть несколько привидений, которые разыгрывают шутки со мной? И привидения появились. Они были ужасны, жестокие и отвратительны. Именно такие, какими он себе их и представлял. Он задрожал и подумал: «Сейчас они точно убьют меня». И они убили его. Конечно, в этой притче слишком буквально показан пример исполнения желаний. Но если задуматься, ведь так все и происходит в жизни нашей. Мы движемся именно в том направлении, куда ведут нас наши желания. Но также и страхи, и сомнения, неуверенность. Поэтому и результаты иногда получаются совсем не такие, какими мы бы и хотели видеть на самом деле. Если вы хотите загадывать желания правильно, чтобы они еще и сбывались, то приходите ко мне на консультацию. А с вами была Юлия Жукова.